Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Мы общаемся с вами уже достаточно давно, я не один раз отвечал на ваши вопросы, и у меня сложилось впечатление, что вы слишком прислушиваетесь к мнению других людей. Но у разных людей обычно разное мнение, а поэтому вы стоите, как видите, на распутье, и не знаете, в какую сторону вам идти. На мой взгляд, если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то вам пора перестать слушать чужие советы и начать, наконец, жить своим собственным умом. Во-первых, советы могут быть просто неправильные. Во-вторых, они могут не подходить лично для вас. А в-третьих, почему вы думаете, что если человек дает вам совет, когда вы его об этом не просили, то он именно хочет вам помочь, а не наоборот, пытается вами манипулировать? Поверьте мне, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, не умнее вас. А поэтому ваше собственное мнение не хуже и имеет точно такое же право на существование, как мнение любого из этих людей.